Релиз специально подготовлен для bwtorrents.ru. Выражаем благодарность господам Суреша Махендре, Навабу, Аршаду Алихану и Дианару Алихану, оказавшим большую помощь в съемках этого фильма. BR Films Private Ltd. представляет. Здравствуйте, хозяин. Шарум, здравствуйте, хозяин. Здравствуй, что тут происходит? Новые лошади бежали. Да. Сейчас посмотрим. В чем дело, Насира? Что такое? Очень упрямая лошадь, брыкается. Это лошадь, которую привезли вчера? Да, она самая. Принесите поводья, я седлаю ее. Нет, хозяин, что вы говорите, это опасно. Она только что сбросила Насиру. Еще не родилась на свет та лошадь, которую сбросил бы Махараджа Симха. Неси поводья, я седлаю. Отойдите. Давай. Иди сюда. Иди же, иди. Отойдите назад. Отойдите. Иди ко мне. Иди. Иди, малыш. Давай же. Давай. 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 Ну, давай, иди сюда. Молодец. Давай. Иди ко мне. Иди сюда. Иди сюда. Иди. Молодец. Давай, хороший матч. Папа покататься на лошади. Какую тебе лошадку? Маленькую лошадку. Рамсин. Да? Покатай его на пони. Хорошо, госпожа. Пойдем, мой маленький господин. Это крохотная лошадка для нашего крошечки господина. Вперед. Поехали. Молодец, мой лев. Молодец, мой лев. Какой же ты резвый. Ты еще победишь на скачках. Эй. Убедите ее. Эй, Рукмани, видела, как я украсил ее? Раз, два. А где Чимпу? Там. О, мой господин. Пиф-па! Убили! Пиф! Баба! Ой, слезай! Я так устал! О, как я устал! Ах, господин Чимпу, никогда не забываю свои лошадки. Ух ты мой кормилец! Ну-ка, господин Чимпу, поцелуй, поцелуй меня. Ну, поцелуй, давай. А, так. Рамсин, пора переодеть его. Давай поиграем в мячик. Ударь, давай, давай. Ударь, эй. Ай да, сынок. Ай да, мама. Давайте одежду. Иди к маме на ручки. Вот так. Давай, дорогой. Сынок, пора спать. Ляжем спать и видим сказку. Идет фея. Эй.
Мой малыш голенький, голенький. Раму, подойди сюда. Да, господин. Видишь родимое пятно? Это счастливый знак. Счастливый знак. Это трезубец бога Шивы. Клянусь богом, такого родимого пятна ни у кого больше нет. Не сглазьте моего мальчика. Разве может отец сглазить своего любимчика? Вот, вот меня кто-то сглазил. Видишь, как я растолстел? Ну, пока. Спокойной ночи, спокойной ночи. Спи, мой сынок, спи. А что, Чимпу уже спит? Да, заснул. Поеду проедусь. Опять ты на ферму? Да, не жди меня, ложись спать. Ну что ты вздумал? На ферме столько слуг, а ты каждый день ходишь туда. Дорогая, скоро вернусь, ладно? Хозяин должен быть осмотрителен, чтобы не спали слуги. С места. Вот так. А теперь убирайтесь. Негодяи, спите на работе. А это кто? Простите, сэр. Простите, сэр. Еще прощения просит. Убит? Саму? Кто это сделал? Кто убил его? Махарадж Сингх застрелил его, господин. Махарадж Сингх? Здорово. Как вы стреляете, господин? Здорово. Раму, нет такого ружья, из которого я не попал бы в цель. Правда, господин. Сынок? Да, папа. Теперь давай ты, держи. Смотри на бутылку, закрой один глаз, нажми пальчиком. Выстрел. Поцелуй, поцелуй. Молодец. Видел Рукмани? Да, да. Он не испугался даже выстрела. Смелый сын смелого отца. А когда он вырастет, мы с ним сможем сражаться с целым миром. Мы с ним покажем, что такое отец и сын. Недалек тот день. Да, он вырастет таким же дикарем, как и ты. Рукмани, а тебе это только на руку. Я съезжу в банк и вернусь. Пока, сынок. Хозяйка, сегодня молодой господин выстрелил впервые. Как бы не сглазить. Да, да. Умница, Чимпу. Чимпу. Сынок. Поздравляем тебя. Поздравляем. Поздравляем тебя с днем рождения. С днем рождения. Сынок. С днем рождения тебя. Поцелуй меня, сынок. По божьей милости сегодня нашему Чимпу исполнилось 3 года.
Хозяйка, чтобы не сглазить нашего доброго чимпу, надо бы подарить золотые монеты. Свинья, привык клянчить деньги. Никто не осмелится и прикоснуться к моему мальчику. С днем рождения, чимпу! С днем рождения, чимпу! С днем рождения, с днем рождения, с днем рождения, чимпу! Что случилось? Что такое? Что? Чимпу. Моего чимпу нет в доме. Раму? Да. А где чимпу? Я не знаю, господин. Ты же был здесь. Я спал, господин. Ничего не слышал. Ты спал, подлец. Господин, господин. Сволочь, ты спишь на работе. Да я тебя. Убирайся. Простите, сэр. Убирайся. Убирайся, подонок. Заголовки в газетах. Похищение сына миллионера. У миллионера похищен сын. Пропал сын миллионера. Есть какие-нибудь вести о чем-то? Я сделал все, что мог. Опубликовал во всех газетах. Заявил в полицию. Искал его, искал. Но не нашел. Ты не отвел глаз от моего мальчика. Вот и наказание за это. За какой-то проступок. Такое жестокое наказание. Господи, где же твоя совесть? BR Films Private Limited представляет художественный фильм «Совесть». В главных ролях Шамми Капур, Сайра, Амитабх Бачан и другие. Сценарий студии BR Films. Оператор Дхарам Эр Чопра. Композитор Сапан Чакраварти. Продюсер Б.Р. Чопра. Режиссер Рави Чопра.
днем рождения тебя, Чимпу. С днем рождения. Я уже смирился, но раны еще не зажили. Рукмани, забудь его. Прошло уже 20 лет. Если бы он был жив, разве бы он не вернулся бы? Нет, нет, мое сердце подсказывает, он жив. Господь не в силах лишить мать надежды. В день его рождения, где бы он ни был, я молю Бога. Я молю его о здоровье, о счастье, о долголетии. Для него я не пожалела бы собственной жизни. Жизни бы и я не пожалел, Рукмани. Только бы он был жив. Если он и жив, то только Богу известно, где он сейчас. Хасне гане ке лие хай пал. दो पल उसे खोना नहीं खोके रोना नहीं बादल बादल начальник вызывает тебя. Ему что, заняться больше нечем? Ни свет, ни заря беспокоит меня. Ну-ка, пойдем, вставай, без разговоров. Ладно, ладно, иду, зачем так кричать? Честь имею. Здравствуй, как ты? Да жив пока еще. Послушай, Бадл. Бадл? Кто Бадл, господин? Неужели ты забыл свое имя? Не я забыл, а вот вы. 312-й, мое имя 312-й. Так называли тебя по сей день. Поздравляю, отныне ты свободен. По какому это случаю? Я хотел сказать, что не отсидел своего срока. По случаю Дня независимости Индии. Сегодня многие заключенные попали под амнистию. Ты один из них. Большое спасибо, господин. Выражаю свою благодарность правительству и премьер-министру Индии. Мне нравится твой характер. Всегда ты шутишь, хоть и в тюрьме дважды отсидел, а твой характер не изменился. Характер меняется у женщин, начальник, а мужчина непоколебим. Это мой принцип. Жизнь нужно прожить весело, будь ты в тюрьме или на свободе. Прекрасно, прекрасно. Ядов, распорядись выдать вещи Бадалу. Есть, сэр. Ладно, начальник. Я ухожу. До встречи. Послушай, Бадл, да? Больше не возвращайся. Третий срок будет очень длинным. Ты хороший человек. Не связывайся с грязными делами. Начни зарабатывать честно. Я полностью согласен с вами. Но сейчас кто зарабатывает честно? Честность сейчас не в моде. Ладно, до свидания, сэр. До свидания. Я же сказал тебе, освободят твоего сына, нужно заплатить только 500 рупий. Господин сержант, вы вчера сказали, 200-300 будет достаточно. Бестолковая твоя башка. 200 и 300, сколько всего? 200 и 300? Всего 500, так? Да, так, я тебе и говорил 500. Ну и бестолочь же ты. 200 дали одному, 300 другому. Хочешь добиться цели, приходится идти на это. Принес деньги? Да. Давай быстрее. Быстрее же, поторопись. Давай сюда. Ну вот.
Ну и странный ты человек. Есть же у тебя деньги. А какие все они какие-то помятые. Признайся, сколько лет в чулке держала? Генерал-сержант. Вали отсюда. Здравствуйте, здравствуйте. Ты... А, Бадал, это ты. Министр выгнал меня, сержант. Очень уж много я ел. А хлеб нынче подорожал. Что делать? Смотри, не попадайся больше. Следующий срок будет длинным. Длинноногому и идти по длинной дорожке. А, верно. Вы что, уходите? Да, там мне надо... Послушайте. Знаете, пока я сидел там, то придумал стишок. С ветки ветер сорвал листок, сорвал. Вернется или нет, он уж так далек. Ладно, ладно, давайте же обнимемся на прощание. Ладно, ладно, спасибо большое, спасибо, спасибо. И тебе спасибо. Вы что кричите? Чего шум подняли? Бадл вышел из тюрьмы. Где он? Вон, смотрите. Что, дядь, как жил без меня? Все хорошо? У нас все хорошо. Как ты, сынок? У меня все хорошо, дядя. Тетушка, как ты? Как поживает твоя буйволица? Буйволица стала совсем негудышной, молоко дает меньше прежнего. Не расстраивайся, тетушка. Вот деньги, купи себе другую буйволицу. Будет молока больше. Пошли, садись, дядя. Садись. Возьми это, раздай всем жильцам квартала поровну. Откуда у тебя такие деньги? Ты же сидел, сынок. Так устроен мир, дядя. Кто гуляет на воле, его сажают в тюрьму. А кто сидит, того выпускают. Так вот и живут, дядя. Ты зарабатываешь для нас? Не по душе мне все это. По душе или нет, этого я не знаю. Смотри, я работал на ипподроме, и кто-то поступил нечестно. А свалили все на меня, меня и выгнали. Где же правда? Люди такие подлецы, даже лошадь заставляют жульничать. Дядя, вот что я усвоил за свою жизнь. То, что съел, это твое. А что не успел, забудь об этом. Жизнь — это всего лишь мгновение. Есть что надеть, будь доволен. А большего и не нужно. जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल इसे खोना नहीं खोके रोना नहीं इसे खोना नहीं खोके रोना नहीं जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल अवतार नहीं तेरे गिरने में भी तेरी हार नहीं के तू आदमी है अवतार नहीं जो हो देश वो भेस बना प्यारे चले जैसे भी काम चला प्यारे प्यारे तू गम न कर जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल जहाँ सच न चले वहाँ झूठ सही जहाँ हक न मिले वहाँ लूट सही
जहाँ सच न चले वहाँ झूठ सही, जहाँ हक न मिले वहाँ लूट सही। यहाँ चोर है सब कोई साध नहीं, सुख ढूंढ ले सुख अपराध नहीं। प्यारे तू गम न कर जिंदगी, हंसने गाने के लिए है पल दो पल, इसे खोना नहीं होके रोना नहीं, इसे खोना नहीं होके रोना नहीं। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, जिंदगी। Подходи, подходи, 20 к 1, подходи, подходи, 20 к 1, к одному, подходи, подходи. Возьмите в руки ружье, не раздумывайте, дело для настоящего мужчины. Давайте, господин. Что 20 к 1? Заплатите 1 рупию, господин, за 12 пуль и попадите хотя бы 6 раз. Если ни разу не промахнетесь, выплачу 20 рупий. Согласны? Неси ружье. Вот это по-мужски. Держи ружье. Стрелять из этого ружья? Да, а что, тебе пушку надо? Нет, пушку не надо. Для такого дела это достаточно. Вот только подправлю мушку. Браво! Какая меткость, браво! Нет такого ружья, из которого я не попал бы в цель. Браво, господин, браво. Вы такой метки, браво, браво. Раму, нет такого ружья, из которого я не попал бы в цель. Где вы? Гоните 20 рупий. Ты лихо справился с этим делом. Вот 10, вот 15, 20. Что, Бадал? Когда ты вышел из тюрьмы? Считайте, что с сегодняшнего дня, господин. Поймаю на карманной краже, посажу за решетку. Как бы вам объяснить? Шустрый стянет, а невинный сядет. Если хотите, можете оставить себе эти деньги. Они честно заработаны. Ну, извините. Спасибо, сэр. Вот еще что. Теперь я зарабатываю честно. Прекрасно. Спасибо. Господин инспектор, ваш кошелек. Мой первый благородный шаг. Стал благоразумным, как и вы, господин. Ты этим занимаешься? Берусь за любое дело. Клянусь Богом, ты мастер своего дела. Выполнишь еще одно дело. За деньги я готов на любую работу. Тогда пойдем. Зайдем. Да-да. Зайдем. Заходи. Но сначала ответь, есть у тебя интерес к верховой езде? Интерес? Профессия? Это моя профессия. Я же и вырос в седле лошади. Ей-богу, пою, что ты сладко-сладко, а не свалишься ли ты с лошади? Еще нет на свете той лошади, которая сбросила бы меня. Еще нет на свете той лошади, с которой бы не справился бы Махарадж Сингх. Те же слова. Не кровь ли говорит в нем? Чего распускаешь руки? Языка, что ли, нет? Не повезло. Упустил миллионное состояние. Кто же ищет миллионы под рубашкой? Что за способ стать миллионером? Дело в том, друг, что 20 лет назад я был слугой в доме Махарадж Сингха. Богача каких свет не видывал. Ну, очень богатый человек. У него был единственный сын по имени Чимпу. Какой-то мерзавец украл его. До сих пор его не могут найти. На его теле было родимое пятно. Друг,
Встретив тебя, я подумал, что ты и есть сын Махараджа Сингха. Друг, ты принял меня за сына богатых родителей. У меня никогда и бедных-то родителей не было. Теперь будут. Как это? Послушай, Махарадж Сингх еще не забыл о своем сыне. Если хочешь, то я сделаю тебя его сыном. Ты шутишь, друг? Как он может принять меня за своего сына? Это уж мое дело. Но как? Сейчас объясню. Ты поразительно напоминаешь мне Махараджа Сингха. Как и он, хорошо ездишь верхом. Как и он, метко стреляешь. Не хватает лишь родимого пятна, которое было у мальчика. Родимое пятно? Да, пятно вот здесь. О котором известно только Махараджи, его жене и мне. Я нарисую тебе точно такой же знак, и ты превратишься в сына миллионера и богача. Согласен? Тогда половина денег моя. Были бы деньги, а поделить их не проблема. Только как у меня появится родимое пятно? Как? Это уж мое дело. Мое. Прекрасно. Здорово. Точно такой же. Замечательно. Пойдем. Держи, маму. Здесь 5 рупий. Хватит? Да, господин. Пошли. Ну вот, сделал тебя миллионером. Благодаря этой татуировке ты станешь хозяином угодий Махараджа Сингха. Поклянись Богом, что не забудешь о моей доле. Никогда не забуду. Я друзей не забываю. И не забудь о том, что я рассказал тебе про Махараджа Сингха и сына. Да-да, я помню. У меня была деревянная лошадка, сандаловая кроватка, маму зовут Рукмани, у отца миллионное состояние, ферма, много лошадей и... что-нибудь еще запомнить? Еще то, что родители целых 20 лет дожидаются возвращения сына. Что ж, сын вернулся. Эй, братец, скажите, чего тебе? Какая дорога ведет к ферме Махарадж Сингха? Видишь эту дорогу? Да, вижу. А, эту дорогу видишь? Что, обе дороги ведут туда? Нет, ни одна из них туда не ведет. Так по какой дороге идти? Да на той, на которой ты стоишь, по той и иди. Да хоть чего объясняешь, ничего не скажешь. Работа у меня такая, запутать заблудившегося. Дай мне за это сигарету. У меня что, магазин? Магазин, сигарету пожалел. Только время зря потратил. बहारों में प्यार मिले तो रुक जाए, फूल
फूलों के ढेर हैं, साए घने रे हैं, घूम रही है हवाएं। ऐसे नजारों में खिलती बहारों में प्यार मिले तो रुक जाए। कहीं भी आसमां के नीचे गाती निगाहों का लहराती बाहों का हार मिले तो रुक जाए। कहीं भी आसमां के नीचे गाती निगाहों का लहराती बाहों का हार मिले तो रुक जाए, मिले तो रुक जाए। फूलों के ढेर हैं, साए घने हैं, झूम रही है हवाएं। ऐसे नजारों में खिलती बहारों में प्यार मिले तो रुक जाए। यार मिले तो रुक जाए। चले हैं दूर हम दीवाने, कोई रसीला सा पाका सजीला सा यार मिले तो रुक जाए, यार मिले तो रुक जाए। फूलों के ढेर हैं, साए घनेरे हैं, घूम रही है हवाएं। ऐसे नजारों में खिलती बहारों में प्यार मिले तो रुक जाए, ए प्यार मिले तो रुक जाए, ओ प्यार मिले तो रुक जाए। Великолепно, замечательно. Какие прекрасные слова. Придет любовь, и я останусь здесь. О, повелитель музыки, если тебе кто-нибудь понравился, так оставайся. Ну что, друг, какая-нибудь понравилась? Что? Да девушка, друг, одна краше другой. Какая-нибудь должна понравиться. Девушка-то понравилась, друг, но кто, боюсь сказать, а то другие красавицы обидятся. Не обидимся, оставайтесь. Хорошо, остаюсь. Приказывайте, госпожа. Спойте нам еще песни, пожалуйста. Да-да, спойте. И верно, друг, спой. Странные вы какие-то. Посмотрите на небо, солнце уже высоко. А я сегодня еще ничего не ел. Кто ж поет на голодный желудок? У нас с собой много еды. Сейчас я все устрою. Есть пора. Пойдемте, пойдемте. Пойдем, пойдем. Идем, идем. Ну же, приступайте. Я сильно проголодался. Возьмите это. Господин артист, как ваше имя? Бадл. Бадл? Вы спустились к нам с небес? Пришел сюда, чтобы встретиться с вами. Правда? А вы почему не едите? Если что-то останется, тогда поеб. Странно. Как вы приняли меня за обжору? Ну-ка, приступайте. Не смущайтесь. Ешьте, ешьте. Положи рис. Возьми, подай воды. Подай, налей. Давай, наливай. Господа,
Ответьте на вопрос. Что вы делаете в лесу? Вас что, из дома прогнали? Нет, дело не в этом. Мы студенты колледжа и социальные работники. Вырубаем здесь сухие деревья. Неподалеку и наше общежитие. Хорошо. А чем вы занимаетесь? Я, как и вы, социальный работник, но в другой области. Играю на гитаре, пою песни, иногда встречаюсь с такими, как вы, и набиваю жлобы. Было все очень вкусно. Наелся на 2 дня вперед. Ваша гитара. Спойте нам. Странная вы, госпожа. Разве поют нас это желудок? Ах так, решили перехитрить нас? Можно и простить мне такую хитрость. Не простим, мы студенты, и с нами этот номер не пройдет. Придется петь, придется. Спеть песню? Да. Только и всего. Это другое дело. Бестолочи! Молчать! Как вы могли упустить лошадь? Отвечай, ослиная башка! Господин, я выводил коня, как вдруг из кустов выскочил заяц, конь рванул за ним, и поводья у меня выскользнули. Поводья выскользнули? Говори, куда он ускакал. Туда! Кто-нибудь поехал за ним? Да, Шанкар с людьми уехали на джипе. Шанкар уехал с людьми на джипе? А чем занимаетесь вы, слюнтяи? Убирайтесь! Господин Рустам вернулся. Иди сюда, Рустам. Стой. Господин, этот парень всем на удивление усмирил его. До сих пор этот конь подчинялся только хозяину. Молодец. Ты хороший наездник. В округе, кроме нашего хозяина, нет другого наездника. Еще не появилась на свет та лошадь, которая бы сбросила меня. Замечательно. Как тебя зовут? Бадал. Где ты работаешь?
Нигде. Ищу работу. Ищешь работу? Согласен работать на нашей ферме. Конезавод Махараджи Сингха. Похоже, сама судьба привела меня сюда. Что ты сказал? Ничего. Буду работать, почему нет? Хорошо, но нам нужны преданные работники. Преданные? Тогда заведите собаку. Как ты? Как ты, друг? Ты еще жив? А вы как думали? Лошадь была просто как бешеная, она могла бы сбросить тебя, да? Не появилась еще на свет та лошадь, которая сбросила бы меня. Что привело тебя на этот раз? Опять проголодался? Не мешал бы перекусить, но как-нибудь в другой раз. Не знаешь, где моя гитара? Здравствуйте. Здравствуйте. Я не умею играть. Когда гитара в хороших руках, то струны сами заиграют. Вы спасли мне жизнь. Я очень признательна вам. А вы подарили новую жизнь моей гитаре. Вам тоже за это спасибо. Вы здесь новенький? Всегда поначалу человека считают новичком. Нет, я хотела сказать, я не видела вас здесь раньше. Я так не думаю. А кто вы? Разве это необходимо знать, чтобы встречаться? И да, и нет. Тогда начнем с «да». Да. При первой встрече люди совсем чужие. Зачем чужие становятся знакомыми? Знакомство переходит в выбор, выбор в дружбу, а дружба в любовь. Ваша гитара. Я не знаю, вы придете завтра или нет, но я приду. Я не смогу прийти. Завтра мы возвращаемся в общежитие. Мы закончили свою работу. Ну, подождите, я обязательно приеду. При первой встрече люди совсем чужие, затем чужие становятся знакомыми. Знакомство переходит в выбор, выбор в дружбу, а дружба переходит в любовь. Чудак, при первой же встрече заговорила о любви. Какая надежда на следующую встречу? Жизнь так коротка. Насколько коротка? Разве мы можем знать это? Насколько длинна, этого мы тоже не знаем. Мой жизненный принцип — не скрывать того, о чем думаешь. Да, но и втайне есть твоя изюминка. В душе скрывают лишь злой умысел. А кто заглядывал в душу? Я заглядываю. Да? И что же в моем сердце? Сказать? В твоем сердце любовь ко мне. Зиндаги хасне гане ке лие хэ пал до пал. Рустам, хочу поговорить с тобой. Вот я влюбился. А вдруг узнают правду? Тогда что будет? Ах. Чему быть, того не миновать. Зачем заранее горевать? Пойдем, прогуляемся.
Так. Бадал, куда ты? Да так, веду Рустама на прогулку. Хорошо. Остальное все в порядке? Да. Прекрасно. Господин управляющий, кто наш хозяин? Ни разу его не видел, хотел поздороваться. Когда приедут на ферму, тогда и поздороваешься. А что, он не приезжает на ферму? Нет. Отчего же? Болеет его жена, и он ухаживает за ней. Так, так, болеет жена, и чем же? Из-за ребенка. У них был единственный сын, его украли. Уже 20 лет прошло. Так они нашли. Бедняжка с каждым днем слабеет от горя. Сейчас как? Кажется, поправляется. Сестрица, не думайте об этом все время. Побольше гуляйте, веселитесь, разговаривайте. Прошло уже 20 лет, а вы все убиваетесь. Беспокойство только ухудшает ваше здоровье. Я всегда ей говорю об этом. Доктор, а она не слушает. Наконец, это же не мой ребенок, но я смирился, а вот она... Скажите ей. Доктор, я очень стараюсь, но я не могу забыть. А не мешало бы забыть. Давление снизилось. Продолжайте лечение и отдыхайте. Продолжать лечение, да, отлично. Хорошо, до свидания. Господин Тхакур, я не стал говорить при вашей жене. Ее сердце слабеет с каждым днем. Мое сердце тоже не очень крепкое, доктор. Но я не показываю вида, чтобы утешить Рукмани. А на самом деле оно разбито. Другое дело, когда ребенок умирает, со временем человек может смириться с этим. Но когда сын исчезает на глазах у родителей, этого нельзя ни пережить, ни найти сил, чтобы забыть. Доктор, если бы он сейчас был жив, то наверняка походил бы на меня. Стой, 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 малыш, стой. Иди, иди ко мне, лошадка, стой, стой, иди сюда, стой. Стой. Успокойся. Иди сюда. Постойте, 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 постойте. Отойдите от него. Рустам, иди ко мне. Иди, 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 иди. Молодец. Ответь, поедем с девушкой повидаться, а? Да нет, не с твоей, ты у нас холостяк, а с моей. चलो हम भी चले चलती रहे जिंदगी तुम भी चलो हम भी चले चलती रहे जिंदगी ना जमीन मंजिल ना आसमां जिंदगी है जिंदगी तुम भी चलो हम भी चले चलती रहे जिंदगी I'm
लिख कहे दास्ता प्यार के दिल मिल छाँव में पलती रहे जिंदगी तुम भी चलो हम भी चले चलती रहे जिंदगी ना जमीन मंजिल ना आसमान जिंदगी है Поэтому любовь и называют слепой, ведь я ничего не знаю о тебе. А если я скажу, что я вор? Это я и так знаю. Нет, сказать правду? Скажи. В данное время просто азартный игрок. Я поставил на карту все, что имел. Это я сделала ставку. Поэтому я ничего не рассказала о себе. И не рассказывай. Это не так и важно. Мы с тобой поплывем по глубокому океану жизни. Доплывем до берега, повезло. А утонем, значит, не судьба. Здравствуйте, господин. Чамыли, красавица. Видишь, мохи нехороша. Взгляни на моих красавиц. Махду! Махду! Как малыш возмужал. Сынок, ты победишь на скачках. Любимые мои, любимцы. Поехали, поехали, поехали. Поехали, поехали. Доброе утро, сэр. Доброе утро. Как идет работа? Хорошо, сэр. Лошадей уже вывели? Да. Утром приехала машина? Да, приехала. Посмотрим. Прекрасно. Замечательно. Вон ту лошадь. Плохо натерли, очень плохо. Почему не подровняли гриву? Хозяин, доктор сказал подождать еще два дня. Твой доктор осел. Сам не стрижется и запрещает стричь лошадей. Эй, уведи ее на место в конюшню. Уведи. Уведи. Сейчас уведу. Они оценили его в 1 000 000 рупий. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Всего 1 000 000? Да, за Рустама-то? Вот ослы. Думают, что я могу продать им Рустама. Где Рустам? На прогулке. Сейчас вернется. На прогулке. С Бадалом. Бадал? Кто такой Бадал? Новенький хозяин. Он что, твой отец? Доверил ему моего чемпиона. Дело в том, сэр, что однажды Рустам сбежал, и если бы не Бадал, то мы до сих пор бы не нашли его. Он справился с Рустамом? Да, справился.
Видите, как стильно идет? Какой стиль! Хозяин, это и есть Бадал. Бадал, это наш хозяин, познакомься. Кто? Махарадж Сингх, здравствуйте, господин. Хорошо, очень хорошо. Я очень доволен, что ты справился с Рустамом. Кроме меня, он никого не подпускает к себе. Сбрасывает с себя. Еще нет на свете той лошади, которая бы сбросила меня. Когда-то в молодости я тоже говорил так. Прекрасно. Я рад твоему ответу. Очень хорошо. Возьми. Прими это от меня. У нас здесь дорогие лошади. Чтобы их охранять, надо не только верхом хорошо ездить, но и стрелять хорошо. Как ты стреляешь? А? Нахал! Так ты оценил мою награду. На первый раз прощаю. А в следующий шкуру спущу, понял? Клянусь богом, ты все испортил. Я тебя послал туда, чтобы ты сумел понравиться Махараджа Сингху, а ты, наоборот, настроил его против себя. Каждый работает по-своему. Я думал, что разозлю его, и он от злости порвет мою одежду, да увидит татуировку. Ладно, придумай какой-нибудь другой способ. А что еще? Порвать свою одежду и встать перед ним голым? Тогда что ты будешь делать? Что-нибудь придумаю. Заклинаю богом, скорее придумывай, а то скоро с голоду помрем. Ладно, пойду. Давай, сынок. Покажи, на что способен. Хозяин, да. Наш лев готов. Шерсинг, если я разбираюсь в лошадях, то он обязательно победит на скачках. Ваша правда, хозяин. Доброе утро, хозяин. Доброе утро. Доброе, Бадал. Что скажешь о моей лошади? Высший класс. По-моему, это не лошадь, а мул, сэр. Что? Мул? Да. Ты считаешь моих коней мулами? Моих коней мулами? Бадал, я хозяин на этой ферме и считаю, что... Но мне непонятно, сэр, какой недоумок доверил вам управлять фермой. Что за вздор? Зачем так грубо? Я не хотел задеть вас. Задеть меня? Забыл, с кем разговариваешь. Подлец, сукин сын. Эй, господин. Не смейте обзывать моих родителей, не то, что ты сделаешь. Другому я врезал хорошенько. Свинья! Подонок, мерзавец! Я с тебя шкуру спущу. Я тебя в порошок сотру. Раму, ну-ка, поди сюда. Видишь это родимое пятно? Ты видишь его, да? Это счастливый знак, трезубец бога Шивы. Клянусь богом, такого знака ни у кого нет. Ни у кого. Теперь ты, держи, видишь бутылку? Смотри вон, смотри на бутылку. Закрой один глаз. Это
откуда у тебя эта татуировка? Откуда бы ни было, вам не все равно? Прости меня. Я погорячился, скажи честно. Откуда она у тебя? Я не знаю, она у меня с рождения. Да, с рождения, ты прав. Помнишь своих родителей? Нет. Я сирота с детства. Ты не был сиротой. Тебя им сделали. О чем вы говорите? Я же сказал, что я сирота, у меня никого нет. Есть. Ты не одинок. Мать, которая погибает без тебя и думает только о тебе. Откуда вы это знаете? Знаю это, потому что я твой отец. Отец? Да, отец. В детстве тебя украли. Наверное, ты ничего не помнишь. Пойдем домой. Там ты все вспомнишь. Да, пойдем. Пойдем домой. Иди сюда. Иди. Это твой дом. Это твой дом. Рукмани. 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 Эй, Рукмани. Смотри, кто пришел. Смотри, кто пришел. Твой Чимпу вернулся. Чимпу, смотри, твой Чимпу пришел. Рукмани скорей. Рукмани. Рукмани. Пришел твой Чимпу. Рукмани. 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 Чимпу вернулся. Чимпу? Да, Чимпу. Мой сынок? Мой Чимпу? Пришел. Мой Чимпу. Где? Где мой сыночек? Где? Мой сыночек. Твоя мать. Мама? Мой сыночек. О боже, я счастлив, как я счастлив, как счастлив. मेरे प्यार का गुलशन उसने फिर से महकाया,
बड़े दिनों में खुशी का दिन आया, हर बड़े दिनों में खुशी का दिन आया। जाना क्या मतलब था सारे खेल का, बिछड़े तो पड़ जाता है मजा मेल का। आज ये जाना क्या मतलब था सारे खेल का, बिछड़े तो पड़ जाता है मजा मेल का। यही सोच कर उस मालिक ने कुछ दिन तरसाया, बड़े दिनों में खुशी का दिन आया, बड़े दिनों में खुशी का दिन आया। आज कोई ना पूछो मुझसे मैंने क्या पाया, बड़े दिनों में खुशी का दिन आया, हर बड़े दिनों में खुशी का दिन आया, हर बड़े दिनों में खुशी का दिन आया, हर बड़े दिनों में खुशी का दिन आया, बड़े दिनों में खुशी का दिन आया। О боже, о, какой счастливый день! Сынок, познакомься. Это Смита, твоя сестра. Рукмани, подойди сюда. Господь смиловался. Спустя 20 лет в наш дом вернулось счастье. Сестра нашла брата. Ну, что стоишь? Обними брата, обними. О, Боже, я безумно счастлив. Как же я счастлив. Во мне разгорелась любовь. Ты приехала сюда за тем же, зачем и я? Я не знаю, зачем ты здесь. Я здесь встретил девушку, полюбил ее и приехал вновь встретиться с ней. Ей нужно приезжать сюда? Почему бы нет? Девушка, которую ты встретил, всего лишь миф, мечта. Мечта разбилась. И девушка вместе с этой мечтой затерялась в лесной чаще. Раз так, тогда зачем ты приехала? Увести своего заблудившегося брата. А ты уверена, что он здесь? Спроси об этом свое сердце. Смита, его здесь нет. Это значит, ты все еще не проснулся? Еще не проснулся, но уже не сплю. А главное, я не хочу просыпаться. Thank you.
यथा उजले अमृत गीत क्यों राणी उत्कलश में भरे भावतनी बार बार नागिन यथा डस कर विश्वचार करे था उसमें भरा उसमें गैर विकार कल्पलता को हसीजों देवे तुरत उखाड़ क्यों कुल घर का प्रेम ध्रुव कुटिया दिया बिगाड़ पै पानी की प्रीत को मिलता जी दे तो ऐसे मंत्रा ने मिल दिया महात्मा को बार बार प्रहार से चाय बजे की धूप फिर से कुंती की संशय आई फूट Я была уверена, Господи, что мой сын жив. Ты не лишил меня веры, выполнил мою просьбу. Прими от меня небольшой дар. क्रिया विना साक्ष्या पुण्य कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यं तांच स्वस्ति ब्रुवन्तु नः स्वस्ति स्त्रिया विना साक्ष्या पुण्य कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यं तांच स्वस्ति ब्रुवन्तु नः बादल बादल Душа моя, иди со мной плечом к плечу. Я так ждал этого дня. Идем, пойдем со мной. Рукмани, посмотри же, твой сын идет на работу. Сынок, прими благословение матери. Ну что смотришь? Благослови его. Накорми из своих рук. Не могу наглядеться. Так и не отводила бы глаз от него. Даже не верится. Мой сын вернулся ко мне. Что здесь невероятного? Теперь он будет здесь жить и работать. Мы будем любоваться им. Идем. Пойдем со мной. Рустам, ты оказался умнее меня. Раньше меня узнал моего сына. Пойдем. Я покажу тебе свой офис. Давай, сынок, разрежь ленту. Проходи, сын, заходи. Посмотри, это твой офис. А это твое кресло. Вот, твое кресло. Иди же, садись. Давай. Вернулся. Нашелся сын Махараджа Синха. Откуда появился этот сын? Бадал. Зачем ты пришел сюда? За своей долей. Наполни мои карманы, они совсем пустые. Тупица. Клянусь Богом, ты быстро зазнался. Осел всегда останется ослом. Хотя бы постарайся понять, чего тут понимать. Уже в газетах напечатали. Вот, смотри, нашелся сын миллионера. Я тебя вывел из грязи в князи. Я появился здесь совсем недавно. Еще не дошло дело до денег. На это понадобится время. Ни тени, ни время. Как бы ни догадались. Шевелись быстрее. Деньги в руки и был таков. Хорошо, так и сделаю. Уходи. Ладно же. Дочка, привел лошадь. Лошадь? Да, ты же сказал перевести лошадь. Я просила. Нет, уведи. Дочка, скажи, что с тобой происходит? Уже несколько дней ты сама не своя. Ничего. Да здравствует Бог Шива! Слава! Заведите их в машину, заведите. Слава тебе, Господи, слава!
слава. Сынок, знаешь, какой самый счастливый день в жизни отца, когда его место занимает сын? Я долгое время выращиваю лошадей, везу их в Бангалор, продаю, а теперь больше не поеду. Ты поедешь в Бангалор, ты будешь торговать лошадьми, я передаю все в твои руки. И на скачки съезди, посмотри, как там наши лошадки. Надо же, снова победила лошадь Махараджа Синха. А наша лошадь зовут Голубые Небеса. Хорошо, что на нее не поставили. А ты сын Махараджа Синха? Поздравляю. Дал бы и нам когда-нибудь выиграть. Я и сам не знал, что она выиграет. Ох, браток, все-то ты знал. Хорошо проводил время, да? А где ты пропадал 20 лет? Это секрет. Ты тоже хранишь секрет, и твой отец тоже хранит секрет. А ну-ка, признавайся, приехал продавать лошадей? Да. Когда их покажешь? Завтра утром. Прекрасно, очень хорошо. Слушай, сынок, отдай мне этого скакуна. Отдашь мне? Отдашь? 500 тысяч. Ты что, свихнулся? Твой отец никогда не продавал за 500. За 100, ну 200 тысяч. Тут же возьму. Столько не стоит даже ее хвост. Это же невозможно. Разве кто-нибудь в Индии продавал лошадей по 500 тысяч? Я продам. Дамы и господа, обратите внимание на лошадь под номером 20. Этого прекрасного коня по кличке Кольт можно и не рекламировать. Он выращен на ферме знаменитого Махараджа Синха. 100 тысяч. Так, 100 тысяч, 100, хорошо, кто больше? 150 тысяч. 150, кто больше? Дамы и господа. 200 тысяч. 225 тысяч. 250 тысяч. 275 тысяч, 300 тысяч, 300 тысяч, 300 тысяч рупий. Дамы и господа, 300 тысяч рупий за эту прекрасную лошадь. 325 тысяч, 350 тысяч, 350 тысяч, 350 тысяч. Дамы и господа, 350 тысяч, 375 тысяч, 400 тысяч, 400 тысяч. 425 тысяч, 450 тысяч, 475 тысяч. 500 тысяч рупий. Максимальная цена. 500 тысяч рупий. 500 тысяч рупий раз. 500 тысяч рупий два. 500 тысяч рупий три. Продано господину Харишевдасани. А ты за 500 тысяч мне и предлагал. Ну ты и силен. Что отец, что сын. Одинаковые. Спасибо, сэр. Всего хорошего. Спасибо. Рукмани, смотри, первый заработок твоего сына. 2 300 000 рупий. До сих пор никому не удавалось столько заработать на аукционе. Молодец, сынок. Я не ожидал, что мой сын такой способный, такой удачливый. На все воле Всевышнего. Это так, но это же мой сын. Возьми это все твое. Бери. Бери.
Это все твое. Делай с ним все, что хочешь. Прими же от отца свой первый подарок. Рукмани, с возвращением сына еда стала вкуснее, да? Благодаря ему я вновь ожила. Если бы он не вернулся, меня бы уже не было в живых. Вы долго жертвовали собой и будете жить очень долго. Слышала? В нем говорит моя кровь. Теперь ты со мной, сынок. Кто может погубить меня? Это не под силу даже самому Богу. Правда, доченька? Да, мама. В наш дом вновь вернулось счастье. Сынок, удвой нам это счастье. Как? Рукмани, твой сын такой же наездник, как его отец. Такой же стрелок и так же хорошо поет, как отец. चलती रहे जिंदगी तुम भी चलो हम भी चलें चलती रहे जिंदगी तुम भी चलो हम भी चले चलती रहे जिंदगी ना जमीन मंजिल ना आसमां जिंदगी है जिंदगी तुम भी चलो हम भी चले चलती रहे जिंदगी प्यार की झिलमिल छांव में पलती रहे जिंदगी तुम भी चलो हम भी चले चलती रहे जिंदगी चले चलती रहे जिंदगी
ना जमी मंजिल ना आसमां जिंदगी है जिंदगी तुम भी चलो हम भी चलें चलती रहे जिंदगी Великолепно, великолепно, замечательно, просто молодец. Ну что, мы уже идем, ты тоже иди, браво, браво, идем, Рухмани, мы тоже идем, спокойной ночи, Смита, и ты иди, и мы пошли спать, 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 спать. Бадл? Бадл? Не пой больше эту песню. Почему? Я хочу забыть эту песню. А я не хочу ее забывать. Скажи, друг, что это здесь такое? Деньги? В нем деньги. Сколько? 2 300 000. Сколько? Клянусь Богом, это крупная сумма, еще нашим потомкам хватит. Давай отойдем в сторону, поделим пополам. Пойдем, пойдем, пойдем в сторону. Давай. Разве это твои деньги, чтобы делить их? Ты передумал? Хочешь забрать себе все? Считай, что так. Не присвоить тебе их. Я Рамсинх, ты еще узнаешь меня. За тебя я и так влип, мошенник. Ладно, ладно, я тебе еще устрою. Банк Гринблейс. Здравствуйте, господин Бадл. Садитесь. Поздравляю. Я слышал, вы получили за лошадей 2 300 000. Да, эти деньги я и хотел бы положить на счет. Да, звонил Махарадж Сингх, просил положить эту сумму на ваш счет. Поставьте здесь свою подпись, остальное я заполню. Нет. Положите эти деньги на счет Махараджа Сингха. Но он сказал записать их на ваш счет. Он ошибся. Это его деньги. И они должны быть на его счету. Как пожелаете. В чем дело? Ты поступаешь неправильно. Что я такого сделал? Не признаешь действительности. Нас разлучили в детстве. И спустя 20 лет мы снова встретились. Разве от этого прерываются отношения? Разве я говорил, что хочу прерывать отношения? Отношения, которые ты хочешь поддерживать, отвергаются не только обществом, но и мною. Я пришла, чтобы возвести между нами нерушимую стену. Ни ты, ни я ее не преодолеем. Протяни руку. Сегодня праздник Ракхи. На руку брата. Нет. Я не твой брат. Врун, обманщик. Мошенник, я сдеру с тебя шкуру. Хоть шкуру сдерите, хоть убейте хозяин. Поверьте мне, я не лгу, клянусь Богом. Бадл не ваш сын. Если Бадл не мой сын, то откуда же этот знак на его теле? Этот знак поддельный, хозяин. Однажды, напившись пьяным, я все рассказал ему, а он, бандюга, воспользовался этим, сделал татуировку и притворился вашим сыном. Рамсинг, 20 лет назад из-за тебя потерялся мой сын.
Тот был родным, а этот самозванец. Я хочу спасти вас. Если не верите мне, спросите в полиции. Он мне раз отсидел срок. Клянусь Богом. Бадал не ваш сын, хозяин. Бадал не ваш сын. Бадал не ваш сын. Да, да, я не сын Махараджа Сингха. Не твой брат, а этот знак поддельный. Тогда кто ты? Я вор. Пришел ограбить этот дом. А чего же не грабишь? Почему уходишь? Потому что меня мучает совесть. Совесть? Да. Совесть — истинный бог человека. Идя на это дело, я думал, что небольшая потеря денег для богатого дома не имеет особого значения. Но не знал, какое значение это имеет для меня. Я не знал, что встречу здесь женщину, которая подарит мне материнскую любовь, и что встречусь с таким человеком, который окружит меня отцовской добротой. Что встречусь с девушкой, увидев которую... Смита, после встречи с тобой я почувствовал себя настолько низким и подлым, что стыдно посмотреть тебе в глаза. Я пришел с пустыми руками. И ухожу, ничего не взяв. Я не хочу вас грабить. Что же осталось нетронутым тобой? Отнял у старика покой после 20-летнего покаяния. Отнял у больной женщины мечты о сыне, который живет до сих пор неведомо где. Отнял беспокойство, с которым уже смирился этот дом. И ты говоришь, что уходишь, ничего не тронув? Разве ты уходишь с пустыми руками? Разве с пустыми руками? Я умоляю вас, простите меня за ошибку, которую я совершил. Простить тебя? Теми руками, которыми я тебе передал свое состояние, прижал тебя к груди. Мне хочется этими же руками придушить тебя на месте. Что я отвечу той женщине, которая 20 лет дожидается своего сына? Разве она переживет, узнав, что ты не ее сын? А каково отцу, который уже отпраздновал возвращение сына? Все, все, достаточно, хватит, не продолжайте. Накажите как угодно, но ради Бога, не говорите больше ничего. Тебе придется терпеть. Это твое наказание. Ты никуда не уйдешь. Останешься жить здесь. Тебе придется продолжать игру, которую ты затеял. Ради несчастной женщины, у которой нет сына. Ради Махараджа Сингха. Говори, зачем пришла. Я хочу сказать, что... Что ты хочешь сказать? Стало известно, что... Бадал... Бадал не брат тебе, не сын мне. Зачем же снова говорить об этом? Его наказание... Это жить здесь. Да, он будет жить здесь. Чем ты обеспокоен? Наказан ведь он, а не ты. В какой-то степени я тоже. Как это ты? Всегда приходится обманывать. Скрывать, что между нами ничего нет. Разве это не наказание? И что же нам нужно сделать? Чтобы избежать этой лжи, нужно рассказать всю правду маме. Если ты хочешь отправить мать на тот свет, поскорее избавиться от нее. Что ж, иди к ней. Иди, расскажи. Рукмани,
Ракмани, я проехала 200 миль, чтобы встретиться с тобой. А, госпожа княгиня, для кого-то госпожа, а для тебя как была Сангита, так и осталась Сангита. Дай обнять тебя, дуреха, с возвращением сына тебя, и ты помолодела, вот чудеса. Твой сын вернулся 20 лет спустя, поздравляю. Ты наверняка счастлива. Я бы была счастлива на твоем месте. Да, благодаря Господу Богу. А это кто? Ты ее не узнала? Это же Ринджана. Ринджана. Здоровайся, тетя. Здравствуйте, тетя. Здравствуй, дочка. Выросла, стала такой хорошенькой. Когда вернулась из-за границы? 2 дня назад. Долгой жизни тебе. Проходи, садись. Отрешила, покажу ее тете. И правильно сделала. Послушай, а где же твой сын? Нам-то покажи. Покажу, покажу. Эй, Харихарам. Харихарам. Я здесь, госпожа. Позови нам молодого господина. Он поехал в офис. В офис? Да. Ты помнишь княгиню Манипура? Нет. У нее здесь своя фирма. Сегодня она приезжала вместе со своей дочкой. Правда? В детстве дочка часто приходила к нам. И что с ней сейчас? Она выросла, просто красавица. Закончила учебу, княгиня интересовалась нашим чемпионом. Разве госпожа знает меня? Сынок, те, кто знают нас, знают и тебя. Вот я и подумала, после свадьбы с Митой этот дом опустеет. Почему бы ей не стать невесткой в нашем доме? Спроси об этом. У того, кого собираешься женить? У него мы потом спросим. Сначала скажи, когда их пригласить. Мама, не надо говорить о свадьбе. Почему? Тебе нравится другая девушка? Что смотришь на нее? Скажи сам. Неужели ты встретил свою избранницу? Ну что ж, женись на ней. Скажи скорее, кто она? Есть одна мама. Стесняешься сказать мне? Поделись со Смитой. Вы же как-никак ровесники. Ну, друг, я ухожу. Мне было хорошо с тобой. Не забывай меня. Всего хорошего. О чем хорошем ты говоришь? Он так привык к тебе. Ты-то уйдешь, а он от тоски сойдет с ума. Животное. Пройдет время, скоро забудется. А что будет с теми, кто не животное?
долго терпеть. Они тоже постепенно забудут. Не забуду. Не уходи, Бадл. Не уходи, Бадл. Не уходи. Не уходи, Бадл. Не уходи. Они уйдут, что дальше? Завтра мама спросит, кого ты любишь? Что я отвечу? Что люблю тебя? Нет, Смита. Будет лучше, если я уйду. अब यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं आएगा। अब यहाँ कोई नहीं, कोई Беги, Рустам. Верни его. Рустам. Рустам. Зачем ты пришел? Ты не можешь уйти со мной. Они подумают, что я украл тебя. Я пришел с пустыми руками, с пустыми уйду. Пойдем, я отведу тебя домой. Мансинг. Какой Мансинг? Тот самый, у которого находится родной сын Махараджи Синха. Родной сын Махараджи Синха? Так он жив. Да, жив и здоров. И он является единственным наследником всего состояния. Какие у тебя доказательства? Тот знак, который на твоем теле, поддельный, а у него подлинный. Рассказывай сказки кому-нибудь другому. Посмотришь, сам убедишься. Посмотрим. Сначала заключим сделку. Какую? Можешь оставаться жить там, где живешь. Только заплати мне. Заплатить? Сколько? 200 тысяч рупий. Твоя тайна останется тайной, а мой язык за зубами. Согласен. Только не подумай, что я испугался. Но если... Ну, если я усомнюсь, денег тебе не видать. Бадл еще не пришел? Смита, что он тебе сказал? Придет. Нет причин волноваться. Сын вернулся совсем недавно, а ты уже успел его разлюбить? Он пришел. Я давно дожидаюсь тебя. Где ты был, сынок? Бадл пришел. Мне нужно 200 тысяч рупий. 200 тысяч? Да, 200 тысяч. Зачем тебе столько денег? Зачем? Ну зачем ты злишься? Он же наш сын. И миллиона не жалко для него. Но среди ночи. Крупная сумма. Для чего? Понадобилось, поэтому и попросил. На, доченька, принеси из сейфа.
Возьми. Ничего не понимаю. Что ты делаешь? Доверяешь мне? Не пытайся понять. Да, еще. Что? Отдай это отцу. Отцу? Забрал? Он передал для вас? Что? Странно. Что? Чек на 2 300 000. Те деньги, которые я отдал ему, положил на мой счет. Насколько я слышал, сына Махараджи Сингха украли. Как же он оказался у тебя? Я украл его. Ты? Да. Руками Махараджи Сингха был убит мой сын Сому. Я поклялся, что отомщу Махараджи Сингху, убив его сына. Это было ночью. Я направился в дом Махараджи Сингха, пылая огнем мести. Кругом царила тишина. Дом был полностью погружен в дремучий сон. Потихоньку я открыл дверь комнаты ребенка и пробрался вовнутрь. В комнате спал слуга. Вдруг он перевернулся. Я насторожился, но, увидев, что слуга крепко спит, подошел к кроватке мальчика. Осторожно взял на руки малыша и мигом удалился из комнаты. С ребенком добрался до горного обрыва. Думал, что сброшу его с обрыва и погаснет огонь моей мести. Когда я поднял мальчика над собой, он улыбнулся мне. Разве это невинное создание могло знать, что находится в руках опасного преступника? Он не знал ни о мести, ни о вражде. Детская доверчивая улыбка тронула мое сердце. Она растопила сердце убийцы. Я думал мстить Махараджи за его сына. И не мог убить его. Добродушная детская улыбка пробудила во мне отцовское чувство. Я как родного сына прижал его к своей груди. Я приобрел сына взамен потерянного. Он вырос в горах. Чимпу, сын Махараджи Сингха, стал Сураджем, сыном Мансингха. Что и говорить, Сурадж ловко метает ножи. Что такое нож по сравнению с пулей, друг? Пока он будет доставать нож, пуля настигнет его. Кто тебе такое сказал? Я говорю тебе такое. Ты еще не знаешь, что такое умение метать ножи. Ты как великий мастер по метанию ножей? Поспорим на 100 рупий. Давай 100 рупий. Бантасингх. Да, господин. Положи туда. Раз. Два. Три. Браво! Хвала твоей меткости! Отец, ты пришел? Кто это? Это наш гость. Мой сын Сурадж. Выглядишь сильным. А как на деле?
Таким был Сурадж, когда я украл его. Ну что, убедился? Здесь 200 тысяч рупий, о которых договаривались. Спасибо. Теперь я буду молчать. Иди, наслаждайся жизнью. Оставайся сыном Махараджа Сингха. Спасибо. Здесь не уважают гостей? Конечно, уважаю. Сегодня в честь твоего прихода устроим веселый праздник. Бахадур Сингх! आज का दिन है तुम्हारे नाम आज का दिन है तुम्हारे नाम आका माका चली चला का हल्ला मुल्ला ढूंढना का जाम भाओ जाम जाम भाओ जाम आज का दिन है तुम्हारे नाम आज का दिन है तुम्हारे नाम पत्ते हैं अनारों के हो 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 तो पत्ते हैं अनारों के बूढ़ों पे जवानी आ गई आए दिन है ओ आए दिन है बहारों के ओ सदानवा की कोयल बोले हे ए सदानवा की कोयल बोले सदान पकते आम आज का दिन है तुम्हारे नाम आज का दिन है तुम्हारे नाम ये बेड़ा इश्क का पार हो गया इश्क का पार हो गया गले से लगाया यार ने वो सच्चे रब का वो सच्चे रब का दीदार हो गया यार नहीं तो प्यार नहीं है प्यार नहीं तो यार नहीं है यारी अपना काम है आज का दिन है तुम्हारे नाम आज का दिन है तुम्हारे नाम प्यार है मंदिर प्यार है मस्जिद प्यार है काबा काशी अरे यार बिना सब जग अंधियारा कैसे पूरन माशी ए इश्क मुश्क ना छुपते यारो ना ही फूल गुलाबी अरे जिसको चढ़े शराब इश्क की वो है असल शराबी तो तारा ने लिश दिया तो तारा ने लिश दिया असा तेरी नब्ज पड़ी तेनू मरदाने तेनू मरदाने इश्क दिया यार अब किसी का इस दुनिया में यार अब किसी का इस दुनिया में इश्क न हो ना काम आज का दिन है तुम्हारा आज का दिन है तुम्हारे नाम आंगा बांगा चली चलाना हल्ला गुल्ला घूमना का आज का दिन है तुम्हारे नाम आज का दिन है तुम्हारे
Чего мне летать? Пойдем со мной. Отец! Отец! Отец, ваш гость украл Сураджа. Что ты сказала? Ваш гость украл Сураджа. Похитил Сураджа? Подлец, мошенник, друзья! Не дайте ему уйти! За ним! Вперед, быстрее! Быстрее! Я привез тебя сюда для того, чтобы загладить свою вину, а заодно и устроить твою жизнь. Когда ты очнешься, ты станешь хозяином целого состояния. Предатель, я понадеялся на тебя, принял тебя как гостя, а ты обманом увез моего сына. Это не твой сын, это мой сын. Я воспитал и вырастил его. За это я и заплатил тебе. Ты сполна получил за свои старания.
А я вернул его в родной дом. У Махараджи Сингха нет прав на Сураджа. Он заменил мне моего сына. Твоя любовь к сыну погибла тогда, когда ты заключил со мной сделку. Я заплатил тебе за него 200 тысяч рупий. Не болтай чепухи. Если ты сейчас же не вернешь мне сына, я спалю здесь все. Я все уничтожу. Друзья! Убирайся отсюда, Мансинг, иначе я прикончу всех до одного. Я заключил с тобой сделку, Ку. Заплатил тебе 200 тысяч рупий. Я не отдам тебе оплаченный товар. Молодец, сынок. Поехали отсюда. Нет, отец. Мы заберем с собой всех лошадей. Езжайте туда, остальные за мной. Убирайтесь вон отсюда. Остановитесь. Остановитесь, или я буду стрелять. Стреляю. Прекратите. Стой, стой. Или буду стрелять. Стойте. Убью тебя. Остановитесь, прекратите. Махарадж Сингх, что вы делаете? Не делайте этого, Махарадж Сингх. Это ваш сын. Мой сын? Что за вздор? Это не вздор, посмотрите. Видите? Бадл, зачем ты смеешься надо мной? То сам называешься моим сыном, то приводишь другого. Что я сделал плохого? Ничего не сделали плохого, Махарадж Сингх. Вы никому не причинили вреда. 20 лет назад в ваш дом пробрался вор и среди ночи украл вашего сына. Спустя 20 лет пришел другой вор и, назвавшись вашим сыном, поселился в вашем сердце. Что еще можно украсть у меня? Сейчас я пришел не красть. Любовь, которую я получил в вашем доме, разбудила во мне совесть. Она сказала мне: не будь подлецом, соберись и уйди. Когда я уходил, на моем пути встал Мансинг. От него я узнал, что ваш сын жив и находится у него. Те 200 тысяч рупий, которые я взял у вас, отдал Мансингу и привел вашего сына сюда. Это Сурадж, ваш сын, Махарадж Сингх, которого забрал Мансинг взамен на своего сына. Папа, что все это означает? Скажи. Папа, ты не мог бы ради себя разрушить счастье в чужом доме? Не мог бы отнять у матери сына?
Скажи, что Бадл врет. Папа, скажи, что у меня нет другого отца. Мансинг, почему ты молчишь? Поклянись Сураджем, что я не лгу. Если обманешь, то он умрет. Поклянись же, Мансинг. Нет, нет, я не буду клясться. Тогда это правда, что Сурадж сын Махараджа Синха. Почему не говоришь, что Сурадж сын Махараджа Синха? Да. Это правда. Нет, отец, нет. Сынок, я не могу из-за себя погубить твою жизнь. Да и что я могу дать тебе? Ни счастливой жизни, ни материнской любви, ни богатого дома. Сынок, лучше быть честным человеком, чем бродячим разбойником. Лучше быть честным человеком. Честным человеком, сынок. Но я на распутье, отец. Одна дорога ведет к родному отцу, другая к тому, кто вырастил. По какой мне идти, отец? По дороге к родному отцу. Он 20 лет ждет тебя. Чимпу. Чимпу. Мой сынок. Папа. Мой сынок. Чимпу. Папа. Чимпу. Папа. Нашелся мой сын. Чимпу. 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 Мансинг. Я не держу на тебя зла. Не держу злобы. Вместо одного ты вернул мне двух сыновей. Мой Чимпу. И мой Бадл. Бадл? Бадл, куда ты уходишь? У меня никогда не было цели, и сейчас тоже. Иду, куда глаза глядят, сам не знаю. Но почему? Я выполнил свое дело. Отец нашел своего сына, сестра своего брата, в дом пришло счастье. А что будет с тем, кто полюбил? Что получила я? Как ты не понимаешь? Меня замучает совесть, если я останусь здесь. Разве совесть превыше материнской любви? Мама, я не ваш сын. Называет мамой, а не сын, да? Я же вор. 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 Пришедший с сыном не уйдет вором. Ты наполнишь любовью наш дом. Так, Смита? Чимпу, это твоя мама, это твоя сестра. Наша семья снова вместе. О, Господи, я счастлив, очень счастлив. जलाऊंगा मैं खुशी के लिए जिए मेरे दादा सदा यूं ही तू जिए तेरे न्याय ने एक लिया था दुगना लौटाया बड़े दिनों में खुशी का दिन आया और बड़े दिनों में खुशी का दिन आया आया बड़े दिनों में खुशी का दिन आया